Девчонки, всем привет! Сегодня у меня для вас потрясающая идея стемпинга с сухими пигментами. Работать будем обычными лаками. Я наношу белый лак на всю ногтевую пластину. Вот такие у меня неончики сухие. Постепенно буду делать растяжечку на штампе, переходя плавно от цвета к цвету. Добавляю еще один, и получается у нас вот такой вот градиентик. Далее перехожу к плиточке, наношу лак, поднимаю рисунок штампом, все как обычно. Вот такой эффект у нас получается на штампе. И переношу рисунок на ноготок. Смотрите, снимаем защиту. Подушечками пальцев можно пройтись по ноготку и снять остатки пыльцы. Посмотрите, как это будет потрясающе смотреться на черном фоне. Остается только покрыть топом, и потрясающий яркий летний дизайн готов. Мне так понравилась эта идея, что я решила сразу сделать еще один вариант такого дизайна на черном фоне. Я буду делать растяжку из двух оттенков, ярко-лимонный и ярко-розовый. Также делаю растяжечку на прозрачном штампе. Штамп у меня от Uberchic Beauty. Штамповать буду белой краской калейдоскоп и не забываем о защите кожи. Также наносим белую краску на плитку, поднимаем рисунок нашим штампом и переносим сразу на ноготок. Посмотрите, как ярко получается. Снимаем защиту, а штампик можно почистить, а липкую ленту для чистки одежды. В этот раз я решила нанести матовый топ и вот такой вот потрясающий геометрический яркий летний дизайн у меня получился. Если вам понравилась моя идея, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Всем спасибо, что были со мной сегодня. Увидимся, услышимся. Пока-пока!